Из Сирии приходят сообщения о теракте, направленном против жителей Латакии. По данным местного телевидения, боевики выпустили по жилым кварталам несколько самодельных ракет. Как минимум две взорвались рядом с городским университетом и женским училищем. На настоящий момент известно о 22 погибших мирных жителях, еще по меньшей мере 60 ранены. Это все, что известно. Мы будем следить за поступающими сообщениями.